Как вы себя чувствуете? Насколько вы восстановились? Думаю, сегодня я чувствовал себя вполне достаточно хорошо, несмотря на то, что достаточно долгое время пропустил, сколько времени не играл, полгода не играл, и поэтому для первой игры, в принципе, неплохо, поэтому, естественно, есть над чем работать, но считаю, что для первого матча весьма неплохо я сегодня себя провел. Все равно ему говорилось то, что именно травма такая, то, что способствует на работу кисти. Вот насколько именно с точки зрения контроля клюшки ты себя сейчас хорошо чувствуешь и шайбы? It's good. It's gonna take time. Я думаю, что, как это и обычно и бывает, от игры к игре все будет, естественно, улучшаться. Понятное дело, что после первой игры старался, скажем так, эпизодичные моменты где-то использовать, как раз-таки кисть где-то не использовать, поэтому это все зависит уже от набора формы и от матча к матчу. Я думаю, что будет ситуация улучшаться. Джош, сегодня неожиданный результат получился. Что все-таки стало причиной поражения? I just think we missed some of our chances. You know, we had good opportunities. I had two breakaways. I didn't score. Я думаю, что мы все, как и я, уверены в нашем тренере, в нашей игре, потому что сегодня у нас было достаточно хороших моментов. И если говорить о той ключевой проблеме, что у нас сегодня удалось, это именно реализация, потому что моментов было достаточно. Даже если говорить о себе, это было два выхода один на один с голкипером, я мог спокойно решать момент. Поэтому я считаю, что сейчас в такой игре, в плей-офф 2-1, ничего страшного не случилось. Мы в себе уверены, поэтому, думаю, от матча к матчу все будет лучше. Play better next game.